У нас с тобой, знаешь, такое переглядывание уже стало. Да, уже традиционное да, переглядывание. Да, да. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Алисами. Теперь к ней еще присоединился я. Ты. А на Ирею мы отпустили отдыхать. И у нас сейчас лузера. У нас играет Калента против Станцывки. Я этих ребят не ожидала увидеть в лузерах, а тут такой поворот. Да, вот у Станцывки по-прежнему не получается играть его хендлоком. Очень серьезные проблемы мы видим. Ну, Женя нам, кстати, очень много объяснил касательно хендлока, почему он был хорош, почему он так сейчас много проигрывает. Ну да, вот, а у Калента с Тайсом было все очень ровно. Все было вот на соплях, как говорится. Ну, победил Тайс. Так иногда происходит. Такие правила. Просто-напросто двух пропустить вперед нельзя, потому да, что тяжеловато, у них была ровная игра. Матч между тремя потом устроить будет реально затруднительно. Так что вы видите, Станцывка против Калента. Победитель проходит дальше, проигравший занимает четвертое место в итоге на этом турнире. Ну и победитель этой пары встретится с проигравшим, как вы понимаете, Оранжа и Тайса. Да. Ну и я так понимаю, что у нас уже ребята начинают потихонечку готовиться к старту игры. Да, интересно уже посмотреть, кого там банили. Уже готовы, я думаю. Ну, касательно банов, мне кажется, что это будет стандартно, что это будет бан Вара, возможно. Лайнапы мы с тобой уже знаем, в принципе. Давай, наверное, да, еще раз пробежимся немного с танцевком. У него заявлен маг, чернокнижник, Вар и друид. У него, кстати, контроль Вар, не будем забывать, и хендлок. От Калента заявлен маг, Вар, Пал и Хант. Ну, у Калента совсем агрессивные получаются колоды, у него и Хант очень агрессивный, и, ну, Паладин, естественно. Так что, да-да, тут Калента выглядит намного более таким быстрым по сравнению со Станцывкой. И, учитывая то, что у Станцывки чернокнижник очень сильно страдает против этих агроколод. А у него, если я не ошибаюсь, у Станцывки еще и фризма, которого мы толком на турнире не однажды видели. Однажды Сайфер рискнул поиграть, и все, с тех пор все банят мага. И я не удивлюсь, если Калента тоже забанит. Ну, против его лайнапа это, конечно, неприятный оппонент, но у Станцывки вроде такой подбор колод интересный, что нужно банить. Вроде бы и хендлока, но мы видим, что хендлок не проблема, и вроде контроль Вар неприятный, также напрягает маг. Но там все такое тяжелое, вязкое, и в принципе, имея высокую степень агрессии, можно это продавить слишком рано. Вот Калента как раз такая ситуация, так что мне интересно, кого он предпочтет давить больше. Это будет либо контроль Вар, либо фризмаг. Один из этих двух товарищей по-любому должен остаться на поле боя, и с кем-то по-любому придется драться. Да, ну и вот он, собственно, Станцывка. Разминается Станцывка перед матчем. Ну и Калента, я видела, что здесь его очень серьезно поддерживает аудитория, все-таки ну, как бы играет, родные стены. Да, родные стены. Знаешь, напоминает немного ту же историю там с Нави. Они в Киеве были непобедимы до определенного момента на Стар-серии, потому что тут они просто при поддержке своих зрителей, это действительно влияет. Это действительно влияет. Ну, у нас вообще аудитория такая достаточно приятная в плане того, чтобы потопить за кого-то, потому что топят за особенно всех. Особенно за своих топят, еще. Ну, топят вообще за всех, за хорошую игру. И я вспоминаю, у нас было очень много моментов и на Counter-Strike, и на Dota, когда команда, которая приезжала к нам в гости, за нее там просто нереально кричали, топтали. В общем, было очень-очень-очень классно. Чуть не разнесли арену, да? Да, но у нас, кстати, хейтеры постоянно немного по сдержанней будут. Все-таки я видела осторожненько так с нашими приглашенными гостями фотографируются, общаются понемногу. Хейтеры особые люди, я не устану это повторять. И не важно, что в CS играют все те, кто играют в Dota, CS и прочие-прочие игры. Тайс, он практически, по-моему, 2 года в LoL играл. Ну, тут, понимаешь, вообще киберспортивная тусовка, это как раз вот особенно CS-ная. Она очень, да, она очень такая, получается, действительно киберспортивная, потому что тебе никто не мешает играть еще там в Counter-Strike, в StarCraft, Warcraft, Dota, LoL, во все что угодно, ну, помимо Hearthstone, там, как бы, ни для кого не секрет, и все знают, что и кейсеры, и дотеры, и хардстоунеры, и старкрафтеры все во все играют. Ну и вот мы видим сейчас баны. Банится маг все-таки у Станцывки, да, и Хантер банится у Калента. Ну вот самую агрессивную колоду решил убрать Станцывка. Но он понимает, какую опасность представляет этот фейсхант, поэтому лучше его отправить в бан. Ну и от Калента маг, Вар, Паладин, от Станцывки чернокнижник, Вар и друид. Неужели это будет очередной увлекательный матч Mirror Warrior, только контроль на патрона? Ну, у нас уже был такой матч. 80 брони в той игре, да, было вместе со здоровьем. Продавить было в принципе невозможно, и у нас начинается первая игра. Это друид у нас на паладина, Станцывка играет
на своем друиде. Получает он уже буйный рост бойца Дарнаса. Уже на руках у него Харрисон, который тоже сыграет. Угу. Да, ну и вообще рука стартовая очень неплохая у Станислава. Станислав. Кстати, да, я помню первые турниры, на которых он появлялся, его, я помню, тогда так еще этот ник было сложно произнести, он еще не примелькался, и аудитория, вот наш твитчатик нежно его назвал Станислав. Ну, я смотрю, игроки, например, его Цивкой называют, ну, по фамилии, так что тут уже кому как удобнее, я думаю, что обижаться он уж точно не должен. На Станислава, я думаю, он... Да и на Цивку, в принципе, что обижаться, фамилия как бы... Он не поймет, если его, наверное, Станиславом позовут, но... Тут, кстати, наверное, можно проверить, но я не рискну. Не, ну он же и есть, как бы Станислав, на самом-то деле. Ну, это просто полное имя. Очень редко человека по жизни. Ну, обычно это, когда тебя родители ругать собираются, то сразу так, типа, Роман, нам нужно серьезно поговорить. Ну, и все такое. Да, и начало от Калента, стандартное начало секретного паладина. Первый ход, разыгрывается один из секретов. И второй, третий ход мы видим тоже весьма хороший должен быть. Причем, но... кстати, мини-боты очень хороши против друида. Да, но есть одно но, потому что секретный паладин — это как раз тот класс, которому очень тяжело справляться с аспирантом на вторую или там даже на какую-то третью ману. Так что сейчас у станцев не могут быть целиком полностью развязаны руки. Ну, вообще, может сейчас там себе пятую ману организовать следующим ходом. И просто, например, проигнорировать сейчас этот секрет, потому что это, возможно, будет гитдаун. Тогда ты потеряешь ману. Но если ты проверяешь сейчас этот гитдаун, как он сейчас делает, да, он видит, во-первых, что это не он. Во-вторых, даже в случае размена с мини-бота упадет щит, и у него в любом случае будет четвертая мана. То есть он в любом случае мог бы оленем сыграть. И сможет, скорее всего, сейчас сыграть им. Ну, станцивка за счет наращивания маны, у него есть разные варианты. Это и заклинание, и вариант тут хранитель. Один на самом деле сейчас, как мы видим. И он действительно очень соблазнительный. Это один из немногих... Одна из немногих ситуаций, когда вот очень хочется отдать размах. Размах хорош, потому что там висит секрет, и он понимает, что это за секрет. И только этим образом он избавляется сразу от всех проблем махом. Да, ну и Калента наносит еще один удар пушкой, что весьма ключевой момент, потому что есть Харрисон Джонс, который сейчас может съесть два заряда и съесть две карты. Вообще, мне этот вариант нравится больше. Почему? Потому что дерево вроде бы сейчас ты ставишь, но оно точно так же умирает. Да, умирает и Харрисон, и дерево, но под дерево ты тратишь еще и Innervate. То есть value как бы налицо, как говорится. Не, Харрисон хорош по одной простой причине. Скорее всего, ты его дальше также продуктивно не сыграешь. Если это True Silver, ты возьмешь только одну карту. Потому что обычно его меняют и реализовывают. Разве что беречь его и мариновать под второй призыв в бой, ну, это маловероятно. Ну, тут слишком хороший темп. Да, конечно, ты размениваешься. Но я вот только что сказал, что ты размениваешься что так, что так. Угу. Конечно, противник таким образом принимает там лишних 5 урона в лицо, но... Да и плюс дополнительные карты для друида — это все. Да, и у станцивки сейчас тоже небольшой вопрос. Он может сыграть буйный рост через Innervate и поставить все-таки лорку следующим ходом, или не сыграть и поставить следующим ходом Таурисана. Но карты под Таурисана, скажем так себе. Да, и он понимает, что две из карт, они абсолютно бесполезны под Таурисаном. И вот такое интересное решение. Да, и вот теперь у Калента мы видим все совсем плохо. Секреты вроде бы и есть, но сейчас-то, естественно, никак их стриггерить не получится, поэтому придется размениваться, скорее всего, даже невыгодно для себя. Вообще очень печальный момент, потому что Калента умудрился получить на руки 3 секрета из 4 карт, 3 секрета уже. И это, конечно, не очень для него приятно, но кое-как его спасет уже секрет, который на нем висит. Это усилит одно из твоих существ. Да, ну и вот еще все эти воскрешения вешать тоже, конечно, не очень хочется. Ты просто их жмакаешь, как бы противник сам пусть разбирается, что это за секреты. Ну, обычно они так и делают. О, какой тут мощный топ-дек. И в итоге ты посмотри, во что вытекает вот этот момент с Innervate'ом в буйный рост на пятой мане. Доктора Бума. Да, а так как покаяния нет, то Доктор Бум с 7 единицами ХП, что конечно, с ним немного, делать? Конечно, немного рисковал. У нас друид, если бы был вот этот секрет на 1 единицу здоровья. Да, но их было всего 2, причем один ты уже примерно знаешь. Как бы единственный вариант, что вот только чтобы Калента разыграл это самое там покаяние. Рискнул, риск оправдан. Это приятно.
Ну, а здесь Каленто решает, видимо, не меняться и идти в лицо, да. Решил он применить, знаешь, тактику, вот агрессивную тактику, которая на протяжении всего турнира против Станцивки работала. То есть максимально давить его в лицо. Да, и что же теперь делать Станцивки? Можно, конечно, сейчас попробовать побиться бомбами, да, посмотреть, как они разбросаются, и потом использовать оленя, если вдруг баф будет повешен. Или пеньки. Да, смотри, либо пеньки для зачистки, либо... Скорее всего, будет олень, а ну на кого, и замечательный баф для Станцивки, потому что сейчас мини-бот будет полностью обезврежен. Да, только вот бомба получилась. Так вторая бомба еще есть, ты еще вторую бомбу сейчас ударишь там, ты сейчас их разметаешь, да? И все будет норм, все будет норм. Ну, правда, без смотри, паники. Вот играет он Хранителя чаще, и 4 маны у него просто, ну, он ты, не может их реализовать, только 2 на способность. Да, ты еще через Hero Power забираешь какого-нибудь там 2-1, например, и у тебя все реально неплохо. А там еще бомбу можно разбросать, да, оставшуюся. Да, бомба еще может попасть вообще в кого угодно, может, например, в мини-бота сейчас попасть, либо вот в этого же 2-1. Ну и в итоге забираешь сейчас 1-1, с твоим Доктором Бумом разбираться абсолютно нечем, потому что не хватает единицы дэмэджа. И ты как бы в неплохой ситуации. Ты в шикарной ситуации. Да, очень хорошо давишь. И тут сейчас опять будет очередная пачка секретов. Но вот как раз проблема игры против друида на большой мане, то, что ему... Секретами сыт не будешь. Да, ему, во-первых, не особо обломится. То есть он нажмет Hero Power, проверит всякие ложись, вот эти воскрешения, еще что-нибудь. Ему, ну, реально, пофиг. И тут ты абсолютно прав. Ну и что будет делать Станцивка? Какую карту он еще и будет использовать? Ну, хотелось бы, наверное, сейчас... Он понимает, что, возможно, придется нажимать Hero Power. Возможно, ищет гнев какой-то. И пока не находит его, но находит провокацию, что весьма неплохо. Ну и сейчас посмотрим, что же он будет пытаться убивать. Или же просто будет давить в лицо. Да, давить в лицо, всему, я думаю, лицо. Чек ложись и просто отправлять в лицо, еще раз в лицо. Да, ну и второй секрет срабатывает. Все, мистика закончилась. Нет никакой неизвестности. И 11 здоровья остается всего лишь у Каленто. Нет никакой неизвестности, его просто избивают. Да, его просто избивают. Слушай, вот я сейчас скажу не очень хорошую вещь, но, черт побери, приятно смотреть, когда избивают секретного паладина, только если бы это еще был не Каленто, было бы совсем шикарно. Ну, предвзято относишься, я могу сейчас устроить тут такое... Ой, давай не будем вспоминать слова, которыми плохой комментатор, ты награждал секретного паладина в лаунже. Вспомни. Я разваливал его, именно. Ну и замечательная первая партия, мы видим от Станцивки, классно он все разрулил. Ну, у него и заход был очень хороший у Каленто, на старте. Да, у Каленто был очень плохой заход. А у Каленто плохой именно. Я тут смотрю. Ну, плохой заход можно определить только по одному параметру. У тебя есть Mysterious Challenger на шестой ход или нет его? Если его нет, все очень плохо, ты провалился. Да у него просто секреты провалился. Насыпались в руку, у него не да, было да, просто да. Что играть. Это обычно так бывает наоборот, когда ты играешь против секретного паладина, он постоянно ходит по монокеру, ты вообще до шестой маны не подозреваешь, что это секретный паладин. Потому что у него постоянно вот эти там, мини-боты, да, бывало, джаглеры, бывало, там еще что-то через монетку, потом Mysterious Challenger, ты такой воу-воу-воу. У него еще и секреты есть, что с ним делать. Ну и мы видим контроль воина от Станцивки. Тяжело будет контроль воину против этого секретного паладина, потому что как таковой ранней игры особо нет, нужно поднимать оружие и пытаться все это чистить, а там еще и не попасть в просак как раз-таки с этим претендентом, потому что Вару с этой пачкой секретов не так уж легко разбираться. Да. Вару, если у него не будет должного количества пушек или провокаторов, ну, в смысле прочности, лица и прочности провокации, то, конечно, прочности, да, лица. Его кстати, разобьют. Про прочность лица. Между прочим, второй укус понижает прочность. Да, но наличие Армарсмит немножко его улучшает. Это состояние физиономии. Ну, так оно и получается. Тут слишком много если. Как бы, это контрол вар, он весь заточен на то, чтобы не умереть. И чем дальше, тем он медленнее умирает. Да, еще нужно дожить до этого дальше, потому что с таким стартом, как у Каленто, в дальнейшем, я думаю, могут быть не просто проблемы, а огромные проблемы. Да, старт может быть и неплох, если получится сейчас забафать секрет Кипера, его забафать определенно получится. А если двух, то это вообще просто шоколад? Ну, одного, потому что... Станцивка знает, он уже это проходил.
в игре против секретного паладина у тебя задача предельно простая. Ты должен чистить стол выжить максимально. Да. Если ты выжил первых 6 ходов, а потом еще и 6-й ход с мистерис челленджером. Да, все, все, ты считай, уже выиграл. Все, если мы... у тебя там в районе 15-20 здоровья, у врага почти ничего нет на столе, а там идет Мирей, ты еще укрепляешься, да, уплотняешься. Да, 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 мы да, такую безрадостную картину нарисовали. Ну, сколько нужно всего пройти, чтобы выиграть у этого противного паладина? Матчап очень неудобный, если вот ты потный не можешь... Да, если тебе для зачистки стола требуется избивать твоим лицом или существами, то есть если у тебя вся колода построена на существах, тебе тяжело. Если ты можешь заклинаниями чистить, например, у темпомагов не возникает практически проблем с секретными паладинами. Ты просто ставишь там флеймвейкера и... пулеметными очередями. Жара. Да, ты никого не бьешь. Секреты, если и срабатывают, то ты там подконтроливаешь пушками, фростболтами, еще чем-нибудь. На крайний случай фаерболом, еще да, чем-нибудь. А у тебя 2-4 стоит. И 2-4 без забафа, без дополнительных каких-то вещей. Ну, очень тяжело сносить. У Вара, кстати, сейчас большие проблемы, потому что у контроль Вара зачисток вот таких вот именно мелких существ, чтобы не давать потасовку, остался только хрип укуса. Помнишь моменты, когда использовали вихри, когда использовали... Да, было дело, но... Еще заклинание за 2 маны, которое наносило урон. Ушли просто вот эти вары с контролями с вертушками, потому что все вары с вертушками стали патрон-варами. 2 потасовки, кажется, у станцивки используются, а это очень много. Здесь я видела, кстати, буквально секунд 10 назад станцивка улыбался. Видимо, умиляет его же рука. Потому что не, это, ну, конечно... рука нормальная относительно. Есть чем... Это не 4 легендарки, да, на руках? Ну, они-то могут и зайти. Вот, кстати, и вышеупомянутая потасовочка подъехала. Что, вторую заказываем? Не, мне вторая... кажется, станцивка не хотел бы вторую потасовку. Вторая будет уже действительно перебор. И вот сейчас хороший получается заход, потому что у Калента секретов на руке нет. Пробафать он, естественно, кипера пока не может. Дивайн Фейвор тоже отвратительный. Единственный вариант — это ставить Шреддера. Но Шреддера ты отдаешь моментально под укус. А тут если надо еще снимать, знать, что там второй есть, то все совсем печально. Ну и вроде бы 5-й ход, и у станцивки 22 единицы здоровья. Это очень прилично. Да, я уже тоже не впервой сегодня вижу это существо, выпадающее из Шреддера. И вчера Шреддера. Оно у нас было. Это существо падало как раз-таки Калента, если я не ошибаюсь. У Хантера, который против меня играл сегодня, эта штука выпала. Я был недоволен. Ты был не просто недоволен. Я негодовал. Ты был адово недоволен. Очень, очень адово недоволен. Ты там ничего не сжег в лаунже случайно, не? Все норм? Я хотел сжечь несколько человек, но... Но они профессиональные игроки в Хардстоун, поэтому у них иммунитет на сгорание. Да. Кстати, вот эта штука очень забавно действует, вот это существо 3-2. Если оно выпадает чернокнижнику, то его способность героя тоже бьет на 1 больше. То есть он вместо 2 единиц здоровья за лайфтап снимает себе 3. Круто. Очень миленько. Ну и что вот теперь делать? Ты посмотри. Ну, использовать, наверное, жонглера. И способность, вот, да, секрет. Ты сейчас брифовать. Как раз и думаешь, что надо бы сбить арморчик, потому что там будут всякие шилдслэмы. Будет сбивать полностью? Но я смотрел, что да. Не целиком, значит. Хорошо. А, это лично. Какая хорошая карта. Но слишком медленная карта на... Учитывая данном такой этапе. Стол откормленный, да, это может стать болезненным для тебя. Mm-hmm. А если другие здесь варианты? Брать оружие, чистить и армурапиться? Ну, тоже как-то не сильно впечатляет. Ну, оружие, армурап — это не самый плохой вариант. У тебя, во-первых, пушка останется в руках на 6-й ход. Ты сможешь там с челленджером что-то попридумывать, если он кстати, появится. А, кстати, плюс этого хода. К следующему ты готов, например, раскручивать кус с хрипом, уже бросать экзекьют. Именно. Разминать, если там будет претендент, бросать, возможно, вот опытного охотника. То есть в этом, конечно, случае укус более приемлем. Так все и есть, потому что 6-й ход грядет, и станцивка это тоже понимает, то что сейчас переломный момент. А оружие в лицо тебе паладин, скорее всего, не отдаст. То есть Харрис он все еще сыграет. Плюс ты со всяких там хрипов почистишь. Да, во-первых, вот джаглер еще будет проседать. Его уже никак не вернуть. Но тут, как мы видим, нет ничего подобного. Ну, божественная милость будет хорошей. Такой вообще заход нереальный.
Тут понимаешь, что вот сейчас будет двойная божественная милость, возможно, с обеих сторон, если Каленто все сделает так, как предполагает, самым очевидным образом, но нет. Он делает немного более хитро. А что он пытался найти за трешку? Пару секретов каких-то неприятных? Просто перебрать колоду, посмотреть, что там будет интересненького. Кстати, неплохо. Сейчас отмщение заходит. Ну, отмщение хорошо заходит, потому что Сквайр сейчас находится вне зоны досягаемости. Ну и что, возможно, время у нас того самого? Кого именно того самого? Возможно, даже потасовки. Потасовка неплохо относительно. Но у тебя дезбайт с зарядом, ты хочешь убивать этим дезбайтом. Кстати, вот воин своими двумя дезбайтами довел уже себя до 13 единиц здоровья. Вот именно поэтому мне укус не сильно импонировал, потому что пошло отмщение. Но у него все равно есть под контроль. И причем еще и с Харрисоном. Вот так. Да, вот. Да, да. И казнь сейчас тоже, наверное, пойдет. Там, кстати, еще и слэм появляется. Но, к сожалению, его уже не накрутить. Но мейденка, мейденка следующим ходом, она просто феноменальная может получиться. Ну, здесь доктор Бум, я думаю, пойдет у нас от Калента. А там все замечательно. А там уже шикарно. Все готово. Там уже все на мази. И нет претендента. Играй секреты с руки, играй медленно, в результате получай в лицо. Хотя в нашем случае получает в лицо пока только станцивка. Спасибо большое укусам. Посмотри, как по мане хорошо вообще все сейчас работает. Потому что и пузанчика можно разыграть. Пузанчика. И БГХ. Вообще все можно сейчас разыгрывать. Бомба на 3 залетает в лицо. Единственная проблема то, что у воина уже очень мало здоровья. Эти да. 9 единиц, сейчас какие-то пару печатей и все, пиши пропало. Вот тут бы тебе, конечно, уже, наверное, не помешало Мариэль, Алекстраза или же блоки щитом, что-то подобное. Ну, вот один что... блок уже ушел, мейденка есть. И на нее сейчас, я думаю, полагаются большинство надежд на случай появления все того же претендента. Потому что на девятую ману ты можешь теоретически, ну, на 7, да, жахнуть кого-то. Да, и мы видим, появляется Master for Battle. И идет мы видим... печать. Все это уходит в размен. Сейчас забирается у нас слизь. И смотрим, куда полетит бомба. Бомба в лицо! Также в лицо. 6 просто рашащая бомба. Да, первая тоже пошла на 3 и тоже в лицо. А вот и Мариэль. Вот оно! Причем Мариэль можно будет на 10-й мане сыграть 2 раза. Да, и сейчас можно сыграть. Сейчас можно вообще сыграть Execute, Мириэль и Армарап. Либо Мейден. Тут видишь нюансы. Висит опять секрет на Каленто, и станцивка может облажаться, если не, он не ну так его обыграет. Спокойно ты изначально бьешь Харрисоном, проверяешь, что это за секрет. Видишь, что это ложись, забираешь 5-2. Ставишь мы. Тут слишком вкусно Мариэль прожать 2 раза. Не-не-не-не, он может прожать. Но смотри, ты я нажимаешь думаю, мейденку, нажимаешь казнь, нажимаешь шилдслэм, чистишь вообще почти все, что можно зачистить. Но решил, что Мириэль и экзекьют будет разыгран. Это. Вопросов нет. Да, это вопросов нет. Это как бы вторая была сильный. Опция. Не придраться. И 10 единиц здоровья. Что теперь делать с одной картой? Есть пока 3. И каждый ход у нас вар будет тебе подстакивать броню, и ты его просто не пробьешь. Именно. Причем для Калента даже уже загадочный претендент не был бы хорошим выбором, потому что, по сути, огромное количество секретов уже сыграно. Претендент, ну, существо 6-6. Которое моментально умрет. И у тебя даже нет стола для того, чтобы работали секреты толком. Ну, я думаю, что, несмотря на малое количество здоровья у станцивки, я думаю, что эта игра должна быть за ним. Ну, судя по всему, да, вот видим тут, конечно, и БГХ, и Харрисона можно сейчас пытаться как-то убивать. Причем, вот интересно, принимает 5 урона в лицо вместо 4 Калента. Это не то, чтобы критично, но 1 дэмэджа все-таки. Его наверняка уже обсуждают в лаунже. Я профессиональные уверен, игроки, на Твиче там все. Урон. На Твиче его уже окрестили самым провальным игроком тысячелетия. Хотя, ну, ситуация тут совсем не критическая в том плане, сколько дэмэджа он получит. Тут все еще упирается именно в контроль. Надо чистить полностью стол, и единственный вариант это давать потасовку сейчас. И уживает Мариэль. Слишком мал шанс. Ну, шанс там 1 к 8 получается, да, вообще без вариков. Тут просто стая пауков, все умерло. Не, ну,
топор есть, арморапиться можно, паладина карт нет. У тебя тоже, кстати, карт уже не остается, так что даже Divine Favor второй какой-то, он будет, ну, предельно плох. Ну и станцивка пока тянет время, записывает. Не знаю, правда, что он там еще может записывать. Я думаю, по ходу турнира они уже знают колоды друг друга и по памяти могут их составить без особых проблем. Да, вот. И он не ударил паладина рекрута? Возможно, разводит на печать, на слабое существо, чтобы через Maiden Shield Slam разыграть нюк. Может быть. Знаешь, вот, кстати, демонстрация способности героя паладина. То есть против Вара эта способность героя работает очень хорошо, потому что у Вара вот этих зачисток толком нет, только укусы, которые уже оба вышли у нас. Да, если речь идет о битве контроль Вара против контроль паладина, контроль паладин зачастую тащит просто потому, что как только ты избавляешься от Гедона, то в этот момент все становится у тебя замечательно. Ты спамишь пацанчиков 1-1, а там ни одной зачистки больше не имеется. И ты просто Рагнаросы, вот эти все. Постоянно все это... вот это, они кусают по чуть-чуть, но они кусают. Да, да. Иногда где-то чуть более лучшие размены за счет способностей героя. Конечно, конечно. Вот именно поэтому у паладина считается одна из сильнейших вообще способностей героя. Но так как под нее сейчас не найдено, да, какой-то конкретной синергии, то, соответственно, и сам класс паладинов под нее не особо заточен. Ну, типа нажимаешь ее и нажимаешь. Кстати, ключевая карта для станцивки — это служитель боли, который надровывает ему карт. Это безумно важно, потому что с одной защитницей против... Пала, ты не поиграешь. Ну да, одно существо, оно все-таки попадет под какую-нибудь ложись. Ну хотя оба ложись, кажется, уже вышли. Ну что же у нас еще здесь? Опытный охотник, кстати, дабл опытный охотник. Ну это очень контроль колода. Вот у станцивки, по-моему, вообще во всех колодах, если я не ошибаюсь, два опытных практически. Посмотри, во всех что колодах происходит вообще, посмотри, что сейчас грязь происходит. Грязь происходит? Да, сейчас пойдет и Maiden, и Армор-Смит. И ты смотришь на эти 17 хп, которые скоро станут совсем не 17, и понимаешь, что, скорее всего, эту игру уже будет не взять. Ну, для того, чтобы поставить жирную точку, станцивке нужна какая-то хорошая легендарная карта, тяжелая. Ну, там хватает у такого воина, да, какой-нибудь Громаш, он вообще не контролируется никак этим паладином. И просто он там 4-9 неистовствует. Ну и что, full face мод? Не, решил убить Калита сразу же, чтобы тот не задробил еще больше карт. А при этом подстакивает бронь. Ну а куда от этого деться? Ты не можешь не подстакивать бронь. И да, смотри, что вообще приходится делать сейчас. Еще так попутно покоцывать эту армор-смитку. И доктор Бум. Вот об этой карте как раз и шла речь. Да, тут уже все совсем плохо. Конечно, есть Avenge. Но, несмотря ни на что, защитница сможет разменяться. При этом она, конечно, погибнет, но когда у тебя на руках доктор Бут, тебя это не особо волнует. Ну, знаешь, вот идеальным вариантом, конечно, было бы, если бы баф кинулся на паладинчика, конечно же. Но тут, возможно, даже армор-смит придется сейчас отдавать, чтобы лицом принять. Ты просто станцивке надоело терпеть, играть пассивно. Он тоже решил сходить в лицо. Потому что здоровье-то у него, по сути, больше, чем у Калента сейчас. Да, он намного быстрее аккумулирует ХП. Но и это вторая победа для станцивки. Это 2-0, между прочим, 2-0. Только. Очень неудобные матчапы в итоге получаются, потому что забанена самая агрессивная колода. И менее агрессивными ты не можешь продавить. У него еще хороший заход, а для его оппонента заход так себе. Вот эти, кстати, два укуса, с одной стороны, он наполучал очень много урона, но два укуса дали возможность придержаться до лейта. Потом Мариэль тоже была ключевой картой. Как раз вот тогда, когда Мариэль, у него, наверное, было очень ключевой. Мало здоровья, он смог ее сыграть, уплотниться и пережить последний если бы, натиск. Да, если бы не Мариэль, мне кажется, что все могло быть намного хуже. Если бы зашла, ну, практически любая другая карта, то, ну, стоял бы он, ей что-то там отбивался иногда, получал бы при этом каждый ход в лицо на 3, на 4, на 5 и настакивал бы всего по 2 единицы армора. Так что да, так что Мариэль посмотри, очень неплохо. Ностальгия, нет ностальгии. Которая патроны или что? Которая патроны против хендлока. Мы же с тобой патроны так любим. Патроны против хендлока. Ну, кстати, да, это действительно классика жанра.
И смотрим уходящая классика жанра, уходящая, я думаю. Слава богу, уходящая классика жанра. Еще паладина вместе с ними, да? Нет, я, кстати, вот, я уже абсолютно не испытываю дискомфорта. Я, во-первых, взял потестить свою старую деку, которую я когда-то давно играл. Она у меня вот на первом месте, на первом слоте лежит. 1000 лет назад я катал. И она сейчас работает. Это который паладин. Который, да, который супер лейтовый пал, который супер контрольный, но из-за того, что у него очень много АОЕ захила. Секретные паладины просто вскрываются. Да, они типа все там накидали. Они привыкли побеждать быстро. А ты просто вытягиваешь с них соки и. А ты алдорчика одного, алдорчика второго. Как бы печать? Нет, убийство печати. Убийство ложкой? Вот, да. И ты просто заставляешь человека тратить. У меня был паладин, который перебрал колоду на 15 карт раньше, чем я. Но в итоге он все равно поставил все свои возможные угрозы. Как ну бы, ему же как-то тебя нужно убивать. И до свидания. А ты просто его взял и наказал. Кстати, смотри, какая неплохая рука у Станцивки. Есть у него и великан, и дракон. Есть у него чем реализовывать легендарную карту. Также есть уже и шестой дроп, который смотрится очень серьезно. Ну вот Станцивка сейчас смотрит на это и говорит, где же вы были мои заходы, когда я играл в группе? Когда потому я что проигрывал в группе. Тогда у него все было совсем жутко. И сейчас можно разыгрывать вообще все. Ты на этого гиганта, я думаю, особо полагаться не стоит. Возможно, стоит сейчас поставить там дракона, войдколлера, еще что-нибудь вот такое, средней тяжести, потому что, ну, поставишь ты этого гиганта, ну, убьют его точно так же. Получишь ты туда экзекью. Да, а ты просто ход пропустишь в итоге. Вот сейчас ты просто пропускаешь ход, как бы тапнуться ты там не можешь, у тебя полный набор карт. Сову потратить, ну, теоретически можно. А на кого там дальше еще ее тратить? Ну, типа много целей, в принципе, да, это и командир, возможно. Ну, там обычно все происходит очень быстро, там уже не до совы. Да, сова там тебе уже не дают время на сову, смотрит ты и плачет говоришь. На то, что происходит, конечно. Меня просили зачитать еще раз стих про сову, но я не буду этого делать. Почему? Мне кажется, это было бы очень эпично. Или ты его держишь до финала, до гранд-финала. До гранд-финала, конечно же. Берем обещание с Каспера. Не-не-не, я сказал, что я не буду читать. Ну, пожалуйста. Оно, конечно, крутое, но я его уже где-то читал, даже в видео есть. Специально кто-то не поленился и вырезал отрезок да, из эфира. Да, я его видела, я перед сном слушаю этот стишок, чтобы лучше засыпать. Нет, стих про сову там просто эпичный. Ну так зачитаешь нам на гранд-финале? Нет. А если там будет извольте, сова? Извольте. Ну, ребят, простите, я пыталась. Я на такое не ведусь. Слишком дешево выглядит. Ну ничего, я еще немножко с тобой покомментирую, у меня получится. Может быть. Так, ну и смотри, что получается. Сейчас Танцивка полностью может все это дело законтрить, все, что происходит на столе, поставить совершенно спокойно своего войдколлера. Опять же, у тебя есть соблазн гиганта. Влупить просто гиганта? Да, можно вообще типа сделать что-то а-ля тапа. Вообще можно попытаться какой-нибудь странный ход провернуть по типу совы, тапа, до размена. Надо, пускай на дракона тратится еще. Ну, типа да, можно сделать что-то такое, кстати. Вот за что я люблю. Ну тогда ты все равно как бы гигант. Очень-очень много вариантов. Причем, если ты делаешь один плей, у тебя уже есть другой. И совершенно комбо может меняться, ну, и взаимосвязь с этим да, тоже слишком, может меняться. Слишком много карт. То есть я тоже люблю контроль колоды именно по этой причине. Как бы контроль вар, контроль лог, контроль там пал. Ты сидишь, у тебя куча опций. Кстати, смотри, контроль вар, да, в этом что-то есть, но вот, наверное, больше всего опций и взаимодействие одной карты с другой имеет именно вот хендлог. Патрон вар, такие самые интересные комбинируемые колоды. Да, да, да. Друид тот же. Если еще Таурисан перед этим стоял, то вообще шикарно все получается. С Таурисаном вообще очень много комбинаций становится явью, а не только какими-то мечтами. И теперь, что же теперь делать? Очень заманчиво выглядит укус, конечно же. Да, ну вот мы видим, пошла вертушечка для зачистки. Очень боишься Аргуса просто схватить сразу же, и тогда эти существа превращаются в двумя единицами ХП. И тебе придется тратить на эти существа свои ресурсы, которых у тебя пока на руках вообще нет. Именно. Ну и у нас идет в атаку первый горный гигант. Это, как он же рычит, вообще опасно. Мне нравится, как доска трещит под ним, когда он так падает. Такие трещины в разные стороны. Очень эпично. Сейчас как-то выход Таурисана не совсем... Жалко выглядит, потому что объективно набор карт на руке не самый лучший. Я напоминаю, если что, друзья, что это уже 2-0 в пользу Станцивки. И если сейчас он побеждает,
то все. Калента у нас все топ-4. Покидает турнир. Да, Калента займет тогда 4 место. И это будет не самым ожидаемым результатом, я думаю. Да, я думаю, что многие вообще считали фаворитом его этого турнира. Я в том числе, кстати, потому что дома родные стены, родная аудитория. Да у Лисан не родной, видимо, не знаю, не родные патроны, что-то еще не родное, потому что сейчас вот у Станцивки заходит так, как ему не заходило на протяжении всего турнира. Может, это именно тот момент камбэка? Может быть. Ну и долго-долго думает здесь Калента. Да, тут ничего толком-то и не придумаешь. Был бы хотя бы один берсерк. Можно было бы уже планировать атаку. А действительно, действительно, один берсерк у нас уже все. Остался еще один берсерк, и остались пачки патронов в колоде. И Молтен за 3. Угу. Да, Молтен за 3. Там и Санфьюри есть, и вообще много пока разных вариантов. Там и Ancient Watcher, и Void Caller. Вообще Void Caller под Санфьюри выглядит очень классно. Там, конечно, 50-50. В плане Малганиса и второго Вайтколлера. Но 50 на 50 это весьма неплохо, потому что если выпадает Малганис, ты автоматически выживаешь этот ход. Там у тебя еще будет вариант очень тяжело. Можно рассмотреть с провокацией и, не знаю, драконом каким-нибудь пожирнее. Все равно существо, если есть под контроль, то это существо погибнет второе. Поэтому, может, стоит отдать не супер жирное по типу великана, а что-то более слабенькое. Вот, например, Void Caller, потому что он еще с хрипа приносит тебе пользу. Так вот, я же говорю, что тут действительно 50 на 50 сейчас. И... Как же все у него плохо. Да уж. Я уже давно не видела патрона с таким отвратительным заходом. Так нет кардро вообще. Ты посмотри, где служители боли? А у нас сегодня, сегодня у нас был, например, патрон, у которого на старте игры был Утхордер, два служителя боли, два, кажется, батлрейджа и гномка. Все на добор. Все вообще было просто все. А поэтому... здесь ничего. И нет экзекьютов. Экзекьюты, между прочим, на раннем этапе игры против хендлока очень важны, чтобы контролить ранние угрозы. Ну вот этих великанов убивать как раз. Мы-то видим, что там как бы достаточно всего, но вот этот великан, который пошел в лицо, разомнул Таурисана, причем Таурисан не самый лучший, и ты понимаешь, что, ну, поможет тебе выиграть только чудо, по-моему. Ну, сейчас чудом может быть что? Может быть появление либо, ну, не либо берсерка, а, скорее всего, только берсерка, не тратит еще один заряд пушки. Надеется на чудо сейчас Калента, но чудо, скорее всего, не произойдет, потому что сейчас на поле боя может выйти второй Вайтколлер, на и него может упасть Аргус, точно. А там 100% появление Малганиса. Это значит, что зафинишить не получится. Вообще никак. То есть мало того, что ты установишь еще триллион провокаций, ну вот так решил поступить. Такое не проходится. Такое проходится, возможно, с двумя экзекьютами на руках. И с, вот, с рукой мечты. Такое у нас тоже бывало. На одном из турниров Трамп умудрился проиграть на хендлоке, очень сильно затаунтившись. Но там заслуга патрона, который набрал с половины колоды, вот именно набор карт, которые его спасали. Это очень маловероятно. Короче, смотри, сейчас ставишь служителя боли. Дроешь экзекьют. Да, под Варсонга. Давай, поехали. Ну, время тикает. Есть. Смотри. Ну, так как ты понимаешь, что ты в любом случае должен задровать экзекьют, то ты сейчас даешь инрейдж служителя боли. А то и не один. Потом убиваешь 3-4, ну, либо наоборот, да, сейчас можно поступить. Срабатывает дезреттл дезбайта. И пока нет экзекьюта, но еще есть один еще шанс. Шанс. Один шанс еще есть, даже два, возможно. Улю можно еще пустить. Но тогда... Ну, слишком мало времени. Слишком мало времени. Это может просто не успеть сработать. Падает еще один гигант. Очень нужен экзекьют. Нужно еще, да, еще одну еще плюшку. Одна попытка. И походит. Он есть, да ладно, неужели? Да, он все-таки его нашел. И игра пока продолжается. Я не знаю, как. Просто волшебным образом он столько всего перебрал и но нашел. Но сейчас-то появится тот самый рычащий дядька. Рычащий дядька. Очень рычащий дядька. Очень дядька. И очень дядька, и очень рычащий. И, правда, нет уже провокаторов у Станцивки. Ну, погодите-ка, зато... погодите-ка.
Да, кстати, погодите. Может, здесь у нас... Ну, потому что выводить сейчас с руки, да, ломать своего провокатора совсем не хочется. Потому что, как ни крути, но даже единицу здоровья порой очень тяжело снести. Подожди. Тут у нас очень много урона в руке у Станцывки, но там не было достаточно для летала, потому что и адское пламя, и бомба. Да, и вот теперь опять произойдет ли чудо? Я не знаю, друзья, честно. Я без понятия. Гномка, 4-6. Это будет 6. Да, это слишком будет мало 6. Здоровья для чуда. Да, ты можешь перебрать колоду. Идет Battle Rage, но его где уже почти ты был не на что раньше? Кидать. Так раньше, а с чего бы он его дровал? У него не было на столе, кроме тогда служителя боли вообще ну ничего. Ну вот именно в тот момент со служителем боли, возможно, дало бы так там у него все до единички мана было. А сколько там карт осталось? Посмотри, какая пачка карт маленькая. То есть там два патрона, берсерк. Нет, там не так много-то хороших вещей. Там сейчас кардро в основном, там пару служителей. И один экзекьют. Один служитель боли, один экзекьют какой-то еще валяется, там может быть какой-то лут-хордер. Да, ну еще один ход, конечно, может попытаться протянуть Калента, но будет уже очень тяжело. Смотрим сейчас, Арморсмит будет ли закидываться она инрейджами, проверяет наличие Мал'Ганиса. И сдается. Это 3-0 для Станцывки. И, к сожалению, Калента покидает турнир, занимая 4-е место. Да, ну что ж, друзья, еще раз ваши аплодисменты. Станцывка, победитель этого матча. И давайте также поприветствуем Калента, поддержим его. Да, конечно же. Обидно то, что занимает он только 4-ю позицию, но, как мы уже постоянно говорим, турниру должны быть победители, должны быть проигравшие. И сейчас у нас будет еще одно небольшое послематчевое интервью. Тони, мы быстренько передаем слово и послушаем, что нам расскажет Станцывка. Thank you. Congratulations again. And yesterday you had a very long day. You played tie breaks. Does this impact on your game today? Well, we are professional players, so we kind of used to play a lot of games per day. So да, ну, собственно, well rest, so I'm говорит, да, спрашивает по поводу того, сказали ли вчерашние овертаймы на его продуктивности. Он говорит, что ты профессиональный игрок, должен уметь играть очень долго. И это была не well, проблема. My matchup against Orange wasn't that great, and he да, ну и по поводу сетки лузеров, well ожидалось, so не ожидалось. Естественно, ответ it, so в том, что Orange имеет очень неплохой матчап против него. Was kind of like, так что, you know, I had to adapt to be да, a loser ничего bracket, необычного, why, like, но приходится играть, где приходится. Да, ну и, естественно, очень счастлив, что ему удалось все-таки пройти дальше. Да, спасибо за то, что даете нам опять немножко поговорить. У нас определяется уже игрок с 4-м местом, осталось всего 3 бойца. И кто же из 3 бойцов станет победителем? Я вот не знаю, сейчас слишком все не определено. Вот Станцывка на протяжении всего турнира показывал какую-то... какую-то небалансную игру. Вялую игру, да, вот с переменным... То ли он разрывает всех со счетом, то ли разрывается. То ли просто... Тут как бы два варианта. И сейчас мы видели как раз ситуацию, где он был намного круче. Именно в плане там захода, в плане матчапа у него ситуация была всегда более благоприятной. Но все может, конечно же, измениться. А изменится или нет, мы узнаем с вами уже совсем-совсем скоро. У нас впереди матч виннеров. И далеко не разбегайтесь. Впервые узнал я про Хардстоун, естественно, как и многие, наверное, на презентации BlizzCon, если я не ошибаюсь. И меня сразу заинтересовала игра в целом, потому что короткие игровые сессии, вроде бы интересно, быстро, экшеново. И в итоге просто в один прекрасный момент получил ключик на бету,
чуть-чуть буквально поиграл несколько матчей и все, и затянуло фактически. При этом не тратя ни копейки денег, просто активно-активно играя, добился того, что сейчас могу позволить себе практически все там колоды, которые сейчас есть. Но это на самом деле мне нравится, то, что можно без каких-то вложений, путем просто усилий, действительно добиваться хороших результатов. Ну, аренки максимальные я выбивал в хаесике, естественно, хотел сказать, потом вспомнил, что действительно не у всех это получается, но это возможно, нужно просто чуть больше играть, чем среднестатистический человек. В ранкеде, кажется, первым рангом я заканчивал, и там не хватало двух звездочек в одном сезоне. Я очень сильно воевал до 12 ночи, и когда, как это обычно бывает, в последней игре побеждаешь, ну, мне все равно не хватало в любом случае, так что тут уже нельзя сетовать. Изначально я не планировал заниматься Хардстоуном в плане рабочем. Я просто, как уже говорил, в него поигрывал там периодически где-то там по пути на работу или с работы, и так в перерывах между матчами по доте. Но со временем произошло то, что оказалось неожиданно на профессиональной сцене совсем дефицит комментаторов. Я не понимаю, как это возможно. Вроде бы Хардстоун достаточно понятная дисциплина и ниша как бы свободна, то есть ребята, налетай. Но в итоге все сложилось именно так, что Dota теперь немного комбинируется с ХСом. Да, немножко это уплотняет график, чуть меньше свободного времени, но в принципе оно того стоит. Если сравнивать Хардстоун и Доту, то общее это, наверное, эмоции, переживания, все те, которые нам дарит киберспорт, естественно, ну и любые другие виды спорта, если уж на то пошла речь. Ну, различий, конечно же, намного больше, чем сходств, кроме серьезного эмоционального всплеска, особенно этот рандом в Хардстоуне, это просто нечто. То есть в Доте ты не можешь этим насладиться. Там элемент везения сведен, ну, практически к минимуму. А в Хардстоун, наверное, этим и привлекает. Опять же, возвращаясь к сравнению в игровом теперь уже плане, Хардстоун и Дота, они немного разные в плане, не знаю, как-то личностно, потому что Доту ты сидишь, ты хочешь попотеть, ты хочешь действительно серьезно настроиться, тратишь, ну, там, час своего времени, грубо говоря, и выкладываешься на полную весь этот там час. В Хардстоун ты сел где-то в туалете, взял в одну руку баллончик с дезодорантом, читаешь инструкцию, второй рукой там вводишь по планшету. Все очень просто, и поэтому, ну, сравнивать эти игры... То есть, стал бы я играть в Хардстоун вместо Доты? Нет. Но между партиями в Доту почему бы и нет. В Хардстоунерах, если их сравнивать с Dota комьюнити, особенно, наверное, является то, что оно не такое агрессивное, возможно. Все-таки в Доте, ввиду того, что есть внутриигровой чат, в первую очередь, там во время каждой игры ты получаешь огромную массу удовольствия, просто потому что тебя постоянно поливают грязью, ты всех поливаешь грязью. В Хардстоуне этого нет. Ты молча горишь, ты молча негодуешь, но игра заканчивается, ты понимаешь, что это была всего лишь игра, и как-то успокаиваешься. Поэтому даже при встрече с людьми, ты, ну, с которыми ты там играл, проиграл, там, везение, невезение, без разницы просто, ты относишься к этому более как-то снисходительно. И поэтому хардстоунеры по своей натуре, они просто более такие позитивные, что ли, или доброжелательные люди. Хотя я дотеров, таких, что прям совсем неадекватных, пока, слава богу, не встречал. Но ходят слухи. Так как я уже достаточно долго работаю комментатором, то я привык адаптироваться к новым коллегам, которые мне иногда попадаются буквально в первый раз. И сразу приходится как-то подстраиваться под их стиль. У каждого человека, естественно, своя манера поведения во время эфира. И с Олесей получилось работать достаточно неплохо. Легко комментируется, легко ведется разговор. Шуточки вроде бы воспринимаются неплохо. И ее мной, и мои ей. Это, наверное, главный залог успеха. Так что пока все вроде бы идет замечательно. Я изначально интересовался Хардстоуном именно как киберспортивной дисциплиной. Я очень негодовал, когда не было обсервер-мода, когда эти турниры выглядели совсем коряво, но именно соревновательная составляющая всегда была интересна, начиная с первого Близкона. Это нереально топил. Меня даже после этого Близкона, ввиду того, что я был типа задрот, Артосис там из компании, они тогда позвали на турнирчик, на какой-то один из первых, там даже деньги какие-то были. Но, естественно, я там слил просто мясо, потому что я еще был нубасос. Но соревновательная составляющая действительно сразу меня покорила. Я сразу понял, что будет толк из этой игры.
Если речь идет конкретно об игроках, то я не могу выделить каких-то турнирных игроков, которые мне бы сильно нравились. Ну, типа, как бы все хорошо играют и ничего особенного. А вот именно в плане стриминга, в плане проведения трансляций, естественно, можно выделить, например, того же Рейнада, который супер харизматичный чувак, который, ну, просто, опять же, естественно, ведет себя на камеру, и он, ну, очень крут. Но, к сожалению, он сейчас что-то немного отошел от дел, поэтому, видимо, его все меньше и меньше. Из таких выдающихся личностей, возможно, я бы еще, наверное, выделил Дога, потому что я за ним следил еще, когда это не было мейнстримом. И сейчас видно, что парень очень серьезно поднимается, и именно на турнирной вот этой основе, а не просто как стример. Хотя он и отмечает то, что это является одним из его, одной из его целей — стать топовым стримером, ну и, собственно, играть на турнирах попутно. Хардстоун, как кибердисциплина, очень хорош тем, что его можно постоянно дополнять. Это не какая-то игра тяжелая, с очень большим... Ну, переменных тут действительно хватает. Но изобретать новые механики, новые принципы действия карт — это еще можно делать. Возможно, через года 2-3-4 идеи себя исчерпают, но, судя по опыту тех же там Magic the Gathering и прочих карточных игр коллекционных, они живут уже там десятилетиями, и все с ними нормально, так что почему бы и Hearthstone не прожил столько же. Hearthstone сам по себе, наверное, это часть приятного досуга, потому что не всегда получается заниматься тем, что тебе хочется, ты не всегда можешь куда-то сходить отдохнуть или куда-то, не знаю, съездить, да, там, посетить какой-то там боулинг, картинг, что угодно. Поэтому ты довольствуешься малым по пути в маршруточке, на работу, с работы, куда-то в гости. Тем более, если ты это делаешь один, ну, Hearthstone, он действительно заменяет вот это пустое время, которое у людей в наши дни, оно просто изобилует. Очень много уходит времени на транспортировку себя в различные места, так что, ну, наверное, Hearthstone в первую очередь это именно такое развлекуха для души. Любая игра сама по себе, она, я имею в виду та, которая относительно киберспортивная дисциплина, она уже сама по себе тренирует человека, потому что логика, в первую очередь, это машина. То есть ты играешь на компьютере, который работает с цифрами, это непоколебимая логика. И тут не может быть каких-то «а что вдруг», «а что если», а это работает не так. Так, 2 плюс 2 равно 4, поэтому если вы увлекаетесь тем же Хардстоуном, или Старкрафтом, или Дотой, любой сложной или не совсем сложной игрой, вы определенно тренируете свой мозг. Не стоит с этим перебарщивать, не стоит слишком серьезно к этому относиться. Нужно просто понимать, что это очередная тренировка для ума.